Всем привет! На связи SpaceMog, и я основатель компании Артем Бородавкин. Сегодня мы рады представить вам наш новый продукт, над которым мы работали более 6 месяцев. Это табак для кальяна. Но этот табак для кальяна объединил в себе все самое лучшее от классического табака. Это вкус благородный табачного листа и средняя крепость. И преимущество от пасты. Это насыщенный вкус, это долгота курения и удобство работы с ним. Сейчас мы поговорим о составе нашего продукта. За основу взят табачный лист Берли, страны происхождения Италия. Почему именно Италия? Потому что это единственная страна, которая обеспечивает высокий уровень никотина и стабильное качество сырья. Также в состав входит высококачественный глицерин, сахарный инертный сироп, ароматизаторы и наша запатентованная минеральная основа. Что касается технологии производства табака, мы усовершенствовали технологию классической варки табака и сделали ее в 3 этапа. На первом этапе мы берем подготовленное табачное сырье, на него наносим минеральную основу, глицерин и ароматизатор. Это переходит на второй этап, который заключается варка и ферментация, где на протяжении недели в специально отведенных условиях контролируемых проходит второй этап ароматизации и ферментации. На третьем этапе происходит измельчение до нужной фракции, чтобы сохранить все свойства табачного листа. Благодаря нашей технологии состава нашего продукта мы получили ряд преимуществ. Первое – это яркий насыщенный вкус на протяжении всего курения. Второе – это сниженный расход, где достаточно всего лишь от 12 до 15 грамм на полноценную забивку. И третье – это, конечно же, можно сказать, что удобная упаковка и формат. Мы впервые сделали табак в форме тюбика, который обеспечивает легкость работы. По итогу мы имеем следующие характеристики продукта SpaceMog Tobacco. Это средняя крепость, насыщенный вкус, продолжительность курения и высокая плотность дыма. Что касается рекомендаций по забивке нашего продукта SpaceMog Tobacco, мы рекомендуем использовать чашу Funnel. Забиваем от 12 до 15 грамм. В зависимости от размера вашей чаши делаем отступ 2-3 мм от края. Ставим коллаут 4,25 угля. Под колпаком мы прогреваем 6-8 минут. Если без колпака, то прогрев идет чуть дольше. Важно здесь обратить внимание на контроль жара. Продукт необходимо хорошо прогреть в самом начале. Также допускается легкое касание для более насыщенного яркого курения. Перейдем к делу и забьем чашечку. Берем наш SpaceMog Tobacco фасовки 30 грамм тюбика. Обязательно обратите внимание на защитную пломбу, которая есть в начале. Ее нужно снять, а не пытаться давить. Берем чашку облака моно М размера. Она как раз средняя чашка Funnel, куда влазит хорошо где-то 13-14-15 грамм. Очень легко одним движением наносим. Как видите, работа с тюбиком максимально простая, все очень удобно, руки всегда чистые, скорость максимальная. И, собственно, осталось прогреть чашечку, чем я сейчас и займусь. Ну вот, наш кальян уже прогрелся, он уже готов. Сейчас мы его попробуем. Берем наш фирменный мундштук SpaceMog. Как мы видим, хороший насыщенный дым, средняя крепость. Что касается нашей вкусовой линейки, у нас представлено 10 вкусов различного направления. Это ягодные, цитрусовые, десертные и необычные. Для свой топ, который я выделяю, это все-таки фисташковое мороженое. Я его прям создавал для себя с насыщенным вкусом фисташки и ореховым послевкусием. Также стоит отметить, это земляника лемонгресс. Это очень приятный ягодный сладкий вкус земляники с добавлением травянистой лемонгресса. Очень необычный микс, но очень классно ложится и универсальная курица. И также один из моих фаворитов, это более экзотичный ягодный микс, это малина с драгонфрутом, который очень необычно экзотика с ягодами сочетается, тоже вам очень понравится. Ну и также много других вкусов, которые вам вы тоже оцените на уровне. Что касается миксологии, SpaceMog Tobacco вы можете курить как и в чистом виде, зная, что это средняя крепость, также легко она миксуется с другими нашими пастами, любой линейкой. Также вы можете миксовать ее с классическим табаком, с различными способами забивки. Это как и секторами, и слоями, и, собственно, в зависимости от того, что вы хотите получить. Давайте подведем итоги. SpaceMog Tobacco получился интересным продуктом, который обладает всеми преимуществами. Это средней крепостью, это благородным привкусом табачного листа, насыщенным вкусом, высокой плотностью дыма и удобной упаковки. У нас получился первый в мире жидкий табак в тюбике, который может попробовать каждый без особых навыков забивки,
курить как и дома, так и профессионалами используются в миксологии в своих заведениях. Всем спасибо за внимание. Пробуйте наш продукт, пишите отзывы, отмечайте, а я пойду наслаждаться.